Штраф от 300 до 500 тысяч рублей может грозить двум жителям Нарьян-Мара за незаконный вылов рыбы. На прошлой неделе в районе совхоза сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили двух рыбаков, в сети которых попалось порядка 80 экземпляров рыбы, в том числе занесенных в Красную книгу. В ходе рейда на Печоре в районе микрорайона совхоз города Нарьян-Мара двое жителей округа осуществляли сетями вылов водных биологических ресурсов без соответствующих разрешительных документов. Стражами порядка установлено, что один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биологических ресурсов. С места происшествия полицейские изъяли 76 экземпляров рыбы, в том числе рыбы породы нельма, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Добавлю, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.